Привет. Встретился я со своей знакомой, с Аней. Долгое время с ней не виделись. И встретились в очень красивом месте. Мы сейчас находимся с Аней. Это моя знакомая, вот Анюта. Привет всем подписчикам. Мы сейчас с ней находимся как раз на последней точке Альп. И я тестирую у одного парня. Взял такое приложение, штатив Osmo. И он мне сейчас как раз это одолжил. Мы с Аней здесь любуемся красивым видом на Вену, потрясающий вид на Вену. Пьем, я пью, как всегда, безалкогольный напиток, а Аня пьет Апароль. Вот так. И наслаждаемся красотой Альп. И вот такой потрясающий вид на Вену с высоты 550 метров. Как раз открывается вся Вена, как на ладони. Внизу находятся виноградники. Сейчас я встану, покажу вам. Вот в таком красивом месте мы сидим. И действительно потрясающий вид. Я думаю, что сейчас будет картинка настолько плавная, потому что я использую специальный, как он, Аня, называется? Osmo. Штатив Osmo, который сейчас используют многие блогеры. И картинка должна быть очень-очень плавная. Здесь такая кафешка классная наверху находится. Открывается потрясающий вид. Потрясающий вид открывается на Вену. И сейчас дальше еще направимся, возможно, куда-то в центр прогуляться, потому что погодка очень хорошая. И очень тепло у нас. Вот так. Да, классно снимает, да? Вообще супер. Мы просто проводим тест и... все, теперь я понял, как это функционирует. Вот если кистью поворачивать... Прикольно, да? Да, классная штука вообще. Потряси. Не получается. Встретился я с Аней, и, конечно, вот Аня сидит, рассказывает мне, как предстоит ей учеба. Она будет здесь учиться, на кого ты здесь будешь учиться? История искусств. История искусств, друзья, представляете? История искусств — это для меня, наверное, такой один из самых интересных факультетов, потому что я обожаю историю и обожаю искусство. Поэтому, я думаю, будет интересно. Аня мне будет впоследствии все рассказывать, что она там изучает. Откуда ты, Аня, расскажи, вот буквально два слова. Я из Москвы. Из Москвы, там тоже изучала, но изучала IT, да? Да, я закончила Баумовский университет. Да, кто, друзья, и знает, кто из Москвы меня смотрит. Вот, работал визажистом. То есть у меня уже есть свой личный персональный визажист. Это очень хорошо. И Аня также пообещала мне познакомить меня со своей знакомой. Она профессиональный фотограф. И, друзья, скоро вы увидите, возможно, профессиональные фотографии у меня в Инстаграме. А, точно, да? Возможно, или точно, профессиональные фотографии. Познакомился я еще с одной девчонкой, и компания растет, компания также моих подписчиков. Аня уже давно подписалась, или еще не подписалась, не признавайся. А ну давай быстро рассказывай. В Инстаграме подписан давно. В Инстаграме подписан на меня давно, и это очень приятно. А вот в Ютубе она обещала сегодня вечером, сегодня, как приедет домой. И все видео посмотрим. Все видео. Все 244 видео она посмотрит. Хорошо, это тебе на пару месяцев, наверное. Ну, она будет постепенно смотреть мои видео. Ну и, возможно, друзья, вы еще Аню увидите у меня на канале. Кстати, я советую Ане открыть также свой канал, потому что все-таки молодая девчонка, визажист, она должна показывать свое искусство, как она красиво там красит девушек или парней, не знаю. Я буду первый парень, да. Возможно, я люблю. Это будет хит. Я сразу начну. Да, точно. Конечно, в топе сразу. Кстати, друзья, давайте, она меня, как это называется, окрасит? Да? Она меня красиво накрасит, и я это все для вас сниму. Если видео наберет. Если видео наберет, да, что там, 1000 просмотров? Не-не, это... И 100 лайков, как минимум. Да. Тогда она еще раз меня накрасит. Ну супер. Я думаю, что парню, который вот находится вот там вдали, чернокожий парень, надо ему уже отдавать этот штатив,
потому что мы здесь. Либо уходим. Или тихонько уходим, да. И со штатив. Ну, друзья, я думаю, что вам картинка очень нравится, потому что картинка действительно очень плавная. И потрясающий вид. Вот если посмотреть, конечно, вид. Друзья, вид на миллион. Вид на миллион. Очень красиво. Что они еще скажут? Хорошего вечера вам. Как всегда, хорошего вечера. Привет из Вены. Приезжайте в Вену. Будем встречаться. Сегодня, кстати, одна из моих подписчиц, еще одну минутку. Парень подождет, я надеюсь. Сегодня одна из моих подписчиц из Одессы, зовут ее Таня, она приехала в Вену. Написала мне, что она уже в Вене, она разместилась в отеле, и она очень хочет со мной встретиться, потому что она одна из первых моих подписчиков, которая смотрит меня уже более 2 лет и знает меня очень хорошо по видео. И она желает меня увидеть вживую. И я думаю, что я сегодня, если успею, если не успею, уже завтра, как мы здесь будем, да, исполню ее мечту. И я встречусь с Таней, это Аня, не путайте, это Аня, еще есть Таня, и встречусь с Таней, и также, возможно, сниму небольшое видео, возьму интервью, спрошу, как она добралась из Одессы в Вену, хотя она перед этим была также в Праге, и спрошу, как ей понравилась Прага или нет, я там в Праге бываю часто по работе, также провожу там экскурсии, и тоже очень красивый, милый городок. Мне он нравится очень. У меня также там есть знакомая с Киева, живет в Праге. Купила квартиру, приглашает к себе. Только я никак не могу к ней добраться, потому что постоянно занят. Ну, друзья, будем с вами прощаться с Аней, чтобы не перепутать. Будем с вами прощаться. Такое маленькое короткое видео вам с горы Каленберг. Аня желает хорошего вечера. Ну, даже так. Я вам желаю хорошего вечера. До новых встреч, друзья. You tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.